ничего себе, какая проработка деталей. Ля, какой рельеф и клепка. Расшивка-то какая аккуратная, зацени. Прикинь, что мы тут натворим. Сколько ж интересной детализации. Ну-ка, чё по стыкуемости? Ну, неплохо. Вполне приемлемо. Даже отлично. А тут попотеем, конечно. Какая кабина многообещающая. Короче, у нас на руках есть все, что нужно. Давай-ка пилить крутой контент. Да, стартанем мы по-царски. С отличного, безальтернативно крутого набора лучшего в мире истребителя за всю историю. По версии, наверное, всех вообще в мире. Хотя бокс-арты видали мы и получше, конечно. На протяжении серии роликов мы будем снимать настоящее технопорно и превратим эту заготовку в зрелищную модель. Начнем, естественно, с проработанной кабины. Покажу, что, где, чем и как допиливал. Да и в целом при работе над моделью посоветую, что нужно улучшить, что можно, а что можно и пропустить, хотя я не пропущу. Вообще оторвемся, как мы умеем и любим, и постараемся убрать максимум недостатков детализации. Покажу, как интересно покрасить всякое, а главное чем и где. Потому что мы вообще-то неплохо подготовились. Посмотрим, как и где убрать ненужное, как вернуть и подчеркнуть нужное. Будем использовать всякие интересные химические штуки. Разбираться в сортах всякого. Покрасим красиво, как по нестареющей классике. Ну вот это, марблинг, постшейдинг. Так и по современным трендам пробежимся. И вообще нехило так завезерим модель еще на этапе покраски. Разберемся со всем металлом на ней. Особенно с жиропрочками. Будет очень горело и зрелищно. И много красивой текстуры. Опять же, не забудем про детали. А что мы с соплами вытворять будем? Вкуснятина. Найдем косяки в декалях, явные, не очень и вообще скрытые. Один черт в итоге накосячим, но я покажу, как не повторить. Смоем четко, аккуратно и правильно. Хорошенько поработаем маслами и получим интересно выглядящий, повидавший жизни борт. И при этом без перегиба и фанатизма. Потому что все это, естественно, сделаем мы не из головы, а обложившись тонной референсов и постоянно сверяясь с ними. А поскольку мы вообще-то Temp Models, магазин дополнений для сборных моделей боевой авиации ВКС России, причем не только современной, модель, помимо всего прочего, будет прокачана всей доступной для нее линейкой наших высокодетализированных дополнений, чтоб не голословно, но наглядно показать разницу между ИС-коробкой и заряженной моделью. Плюс оформим диораму с аэродромом. Короче, будет интересно, так что добро пожаловать к нам на наш новый, свежий YouTube-канал. И приветствуем тебя, наш новый подписчик. А если ты по какой-то причине еще сомневаешься, ну так Су-27 это наш дебют, а так-то мы вместе пройдемся по всей линейке моделей самых крутых отечественных боевых крылатых машин. Короче, что вам еще надо-то? Подписывайтесь. И загляните в нашу группу в ВК. Там вы найдете лучших мастеров по данной теме. Их публикации, фотореференсы, туториалы, групп-билды, анонсы нашей продукции, конкурсы, любой совет и помощь. А со мной увидимся уже в первой серии совсем скоро. Пока.